Персонажи русских произведений ожили в театре «Камерная сцена». В Самаре открылся 5-й всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Он объединяет спектакли профессиональных театральных коллективов со всей страны. В этом году фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 3 спектакля из 11 поставлены по произведениям великого писателя. Мероприятие организовано театром «Камерная сцена» совместно с Департаментом культуры и молодежной политики Самары при участии Самарского отделения Союза театральных деятелей. Это поддержание для Самары статуса театрального города. То, что в Самаре любят театр, это знает вся страна, весь бывший Советский Союз. Но это сделали наши предшественники. Наша задача – это продлевать и новые поколения приводить в театр. В театре «Камерная сцена» до 29 сентября выступят актеры из Королева, Ульяновска, Тамбова, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. Мы показывали фестиваль, состоящий из спектаклей, приглашенных коллег из других городов. Мы в этом фестивале были вне конкурса, показывали спектакли вне конкурса. В этом году так хорошо подключилась администрация города, так нам помогла, что мы смогли расширить этот фестиваль, и в нем принимают участие все театры Самары. Фестиваль конкурсный. Жюри вручит победителям памятные призы и дипломы в 8 номинациях. Лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая работа художника, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана и специальный приз жюри. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.